Ну что, друзья, всем привет! Я продолжаю свой мини-проект «Первый персонаж на основе на 1000 кубков», и у меня уже 877 трофеев. Вчера на стриме мы подняли 860, потом я допустил просто огромную ошибку, пойдя играть в 3 на 3. Этот персонаж, к сожалению, не создан для 3 на 3. Ну, на самом деле, не так. Он в соло с пассивкой «Вторая жизнь» гораздо... Не знаю, гораздо эффективнее работает, нежели там в команде. То есть, не заходило в нас ни в геймграбе, ни в футболе, ну нигде. Поэтому я решил вот сегодня в соло поиграть, и как видите, довольно неплохие результаты. Осталось совсем немного, я сейчас попробую поднять 900 трофеев, и следующий этап уже будет косарь. Если, конечно, у меня сегодня получится поднять 900. Ребята, кто меня поддерживает, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и, конечно же, увидимся на стриме. Жду вас на стриме, продолжение, конечно же, апа бита. Как только мы его доапаем, мы сразу будем начинать стримить Путь Шелли. Ну, да, поняли, да, какой проект Путь Шелли? Вот, ну что ж, я готов, поехали. Подбор у нас очень долгий. Хотя нет, вот сейчас быстро подобрала. Но почему-то сейчас, сейчас начало сезона, поэтому подбор такой, нудненький. Я не знаю, либо мне придется ждать, пока топы уйдут наверх, чтобы 1000 кубков не в запар было апать, либо мне придется по полчаса сидеть ждать, пока подберется противник. Ладно, я буду ждать, а для вас это будет одно мгновение. Поехали. Ну что ж, поехали, друзья. Поехали. На самом деле я сейчас апаю бита не на его карте, то бишь... Эта карта больше для метателей, не знаю, для Мортиса. Тут очень много стен, вот. И битом очень трудно тут играть, очень. Закрытое пространство. Если тебя вот, ну, захотят закрысить, то все, это габелла. Я вот, в принципе, как-то затимился с этими пацанами. И сейчас попробую помочь убить Тару. Но пока что только нахватался от Тары. Ладно, короче, Шелли, Бит и я, мы дружная семья. Мы команда, мы. Так, ребята, 1000 трофеев, на самом деле, я думаю, что уже не за горами. Я думаю, что завтра, ну, все зависит от того, как мы продуктивно сегодня на стриме проапаемся. Вчера мы простримили 3,5 часа, из них мы ничего не проапали. Ну, там, не, какую-то часть кубка мы подняли, но я ее потом опять слил. Но если бы я не пошел в командные поединки, возможно, сейчас бы я уже записывал ролик на 950, а не на 900. Ну, посмотрим. Я сейчас еще не факт, что 900 подниму. Посмотрим, посмотрим. Так, у нее ульта. Она угрожает нам пока. Но не действует. Не действует. Пока только на словах. Ага. Блин, как меня кумарит Биби. Что ты крутишься? Я не буду с тобой тимиться. Так, поставим ульт. Хорошо, тогда и я с вами, все, без базара. Все, раз все с вами, и я с вами. Все бегут, и я бегу. Гля, все затимились. А воевать-то с кем будем? Тимеры вы, блин, недоделаны. Как вы меня кумарите, реально? Просто, понимаете, приходится прогибаться под эту систему тиминга. Ну попробуй сейчас против них один выступи, ага. Я случайно, кстати, нажал на выстрел. Фух, хорошо, что он не среагировал. Не, ну просто это ж абсурд, сколько игроков в одной тиме, ну. Хорош. Так. Так. Давай, зажимаем Биби, у нее 6 банок, она вообще обуревшая. Ну и что будем делать, пацаны? Так. Ха-ха-ха, топ-1, ребят, кто бы сомневался. Карта не для бита. Плюс 9 трофеев. Ребзи, классно. Я же говорю, этот перс вот в соло идеальный. В трио, в дуо, ну не прет, реально. Но вот у него фишка просто есть. Это его пассивка. Тут даже дело не в персе, тут дело в его пассивке. Пассивка лучшая. Наверное, на данный момент сегодня лучше пассивки в игре нету. Ну, я сейчас беру, наверное, во внимание ШД режим, потому что в 3 на 3 я не шарю. Я вот в ШД лучше пассивки пока не знаю, ну, серьезно. Ладно, погнали, второй бой. Я подрублю, когда подберется соперник. Ура, подобрался соперник, подобрался. Ну, точнее, не соперник, а 10 бойцов, очень долго подбирались. Ну, поехали, первая катка меня, конечно, радует. Так, кто у нас тут? Бо, хорошо, Бо, ну мы же затимились, тогда это банка моя, согласен.
поехали в центр, наверное. Бо, не трожь. Ну смысл этого тиминга, если ты забираешь все банки? Не, нормально, нормально, нормально. Там ведь роза, вот здесь роза. Ага, спалилась роза. Шо, тимится с битом? Не, прости. Так. Выживет сильнейший, ребята. Давай, давай. Ладно, отпустили розу. Я думаю, что можно поставить тарельку. Пока что. И набивать новую. Блин, мне аж не верится, что... Ну, 1000 кубков не так много, но мне не верится, что я, да, смогу там... И прикол, что, да, в соло получается больше, чем в команде. Это хорошо. Блин, вот это Шон в инвизе, это, конечно, страшная ситуация вообще. Неприятно. Где он вот лазит сейчас? Я не вижу, он в стелсе! Блин, вот где? Он может быть где угодно. Он уже может на пятки наступать. Так, а мы с битом этим в тиме? Я пока не определился. Ну, с бо в тиме, я понял. Я это знаю. Так. Где ли он? Он до сих пор в инвизе. Ты шо, петух? Ты чё? Жить надоело. 3000 хп. Ну куда ты рыпаешься, серьезно? На твоем месте бы спрятался в кустах, где-то сидел, ждал, пока все отвоюют. Так, ладно, 5 бойцов осталось. Что у нас получается? Бо убил бита, но он резнулся. В принципе, его можно завалить. В принципе, его можно завалить, он уже нам не нужен. Это как, я не знаю, просроченный товар. То есть он уже не нужен. Все, списать. Вот, осталось 2 на 2. Короче, чтобы... Ну, мне реально мешает его тарелька немного. Все, ББ. 7 банок, ну нифига. Нифига. Так, ну давай, давай, не ссыкуй. Че ты ссыкуешь? Давай, поджимаем. Есть. Есть. Ну все, топ-1. Вторая катка уже. Блин, я не ожидал, что именно топ-1 буду брать. Ну, я как бы рассчитывал на победы, но прям чтоб вот так. Ну что ж, последняя каточка, ребят, осталась. И 900 кубков. Шикарно. И все, я этот проект завершаю и иду, ребята, на путь Шелли апать. Путь Шелли, путь Пижона. Вот, потому что там я немножко сейчас, ну, путь Шелли недавно создал, а путь Пижона реально там сейчас вот такие паузы беру. Но зато я выполню челлендж по Clash Royale, я взял 6300, сейчас я вот хочу 1000 на бите, ну и буду развивать проекты, все, пока никаких новых проектов, 1000 сундуков с Аурумом, все апается, все там в процессе, просто пока там показывать нечего, вот, я говорил, что это проект не на каждый день, путь Шелли сейчас будем интенсивно апать каждый день, ну а путь Пижона на холдик стриме смотрите. Все, подрубимся, когда подберется соперник, это последняя катка Ребзи, поддержите! Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Поехали. Ха-ха. 5 кубков осталось. Стремно. Хорошо, что у меня есть вторая жизнь. Блин, я так привык к этой пассивке, что я потом на другом персонаже играть не могу. Типа, знаешь, умер, и у меня сразу чувство, что я сейчас должен воскреснуть. О, спасибо, делится, смотрите, какой товарищ в команде у меня. Не жадненький. Так, хорошо. Дружелюбие, это хорошо. О. Примат. Так, поставим тут станцию. Здесь станцию поставим и начнем обстреливать примата. Есть. Так. Так, 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 10 бойцов еще. Пока мы затимились только с битом. Вдвоем. Один в поле не воин, как говорится. На вдвоем. Так. О, я понял, понял. Давай, давай, добиваем. Добиваем, надо добить. Блин, роза добила и собрала все кристаллы. Так. Что там, нас поджимают, не поджимают? Так, я снова поставлю станцию здесь. Так, Карл, Карл, хорошо. В принципе, с Карлом можно затимиться, а то он, ну, реально очень такой страшный.
8 бойцов еще. Ребята, мне 5 кубков, напоминаю, осталось. Ха-ха. Что-то мне страшно. Потому что что-то непонятно. У меня одна банка. Я там вроде как в тиме, вроде как не в тиме. Так. Так, его убьют. Да, 7 бойцов осталось. А Карла не будем добивать? Я бы добил Карла, серьезно. Я бы его добил. Да ну ладно тебе, блин. Что там у Карла хп осталось там мало? Что ты быкуешь сразу? Не, ну ты додик, а. Ой. Не надо было крысить Карла. Видимо. Минус 4. Да твою мать, это что, если я возьму топ-1, у меня 1 кубок останется? Вы что, издеваетесь надо мной, блин? Это со мной происходит всегда, постоянно. Ну ладно, может, я еще не возьму топ-1. Пипец, блин. Замечательно! Прекрасно! Только что я увидел, что игра закроется через 5 минут на технический перерыв. Спасибо, разработчики, спасибо! Да, мне оставалось одно... Какая неактивность? Какая неактивность? Я в подборе только что был.